Всем добрый день, находимся в Запорожской области. Сегодня у нас 18 июля, уже полностью поспел инжирный сорт персика итальянской селекции Свитринг. Сладкое кольцо переводится. Я уже делал в прошлом году на нее видео, но не показывал урожайность самого дерева. То есть плоды, сейчас вот более точно покажу. Вот так вот. Примерно размера, то есть очень крупные и хорошие. Уже вот такие вот. Ну, само дерево все практически в плодах. Они крупные, хорошие, уже полностью вызревшие. Ну, конечно, есть там уже подпорченные, но сами плоды уже, можно сказать, что переспевшие. Ну, сейчас это сорвать, для сравнения показать. Например, такой вот. Дерево не очень хорошо закреплены. Сейчас я их повзвешиваю. Вообще заявлено там в районе 100 грамм, где-то 110-120, но это уже для инжирных считается очень крупные плоды. Вот вам 102 грамма. Но этому дереву уже сколько лет, получается где-то лет 5, это итальянский клоновый подвой, именно маточное дерево, то на котором, так, мы привозили этот сорт, так вот, 96. То есть для тех, кто рассказывает, что эти персики мелкие, просто персики — это такая культура, что в первый год, как вы получили урожай на несчастном маленьком двухлетнем, а то и трехлетнем деревце, он не проверяется. То есть дерево должно окрепнуть, набрать силы, правильная обрезка, отсутствие болезней, вредителей и другие факторы, влияющие на вес плодов. Но тоже вот оранжевая мякоть. Вот то вот взвешиваю. Вот 97 грамм. 97 грамм. В руке они вот так вот смотрятся. Вот такие вот персики. Говорю, что на дереве их много. Вся ветка такая вот, и тут не одна такая веточка. Вот тоже вот ветка такая довольно-таки показательная. Все плоды примерно одинакового размера, мелочи нет абсолютно. Наелись, а пусть на дереве повисят. Может, кого-то угощу. Это уже вот вообще переспевший. Уже портится. Такое вот дерево у нас растет. Вот. Более подробно
подробно можете посмотреть там другое мое видео, есть с прошлого года, там я более подробно рассказывал за этот сорт. А так просто это решил показать. Урожайность, плоды взвесить. Витринг. Потом еще пинг-ринг сделан, это будет попозже. Кстати, отклонение в этом году где-то такое вот, наверное, недели на полторы точно по сравнению с прошлым даже и другими годами он созрел. Это касается многих сортов, не только персиков, но и некоторых тоже сортов от абрикоса. Вообще у него отклонение идет минус 15 от Red Heaven, то есть где-то он должен 15 июля вот так вот созревать. Ну, те года раньше был. Один год даже был он 20 числа июня. Там надо смотреть, я обычно пишу, когда, в какие года у нас они созревают. Вот так вот еще сделаю там немножко новых фотографий. Тоже добавлю. Ну, спасибо за мое такое небольшое коротенькое видео, посвященное этому замечательному итальянскому сорту персика жирного. Всем спасибо, до новых встреч.